Зацікавіць дзяцей сучаснымі тэхналогіямі такую мэту ставяць перад сабой педагогі 33-й магілёўскай школы. Тут стварылі новы кабінет геаграфіі, які сёлета прызналі лепшым ва ўстановах адукацыі Ленінскага района абласнога цэнтра. Гэта не толькі інтэрактыўная дошка і тэхнічная прылада, але іншы прынцып арганізацыі працы на уроку. Звыклых радоў школьных парт тут няма. Здравствуйте, ребята! 11 А на уроку географии разбирает политическую карту света и развитие сельской господарки у разных краинах. Невеликие группы школьников берут удел в дискуссии и в такой вольной форме засвоивают материал. В кабинете географии заниматься одно удовольствие, очень интересно. Уроки проходят в дружественной, приятной атмосфере. Новый кабинет географии сделан, как детям было комфортно учиться. Сродки на его оформление дали батьки, спонсоры и сама школа заработала позабюджетной деятельностью. Современные дети требуют современных технологий. Вот мы их и внедряем в нашей школе. Наставники настаивают на том, что атлас был и назавсюды застанется основой выучения географии. Але это не значит, что новые методы не могут допомогчи. Интерактивная дошка – непрыгожий и дорогий аксессуар, а сродок навучания у разумной гульни дает новые махчимости отрымать и лепей засвоить веды. Интерактивную дошку дополняют эдукационные программы с подорожникового телебачения. Дети у нас современные, умные, и нам нужно с ними в ногу вместе идти, также развиваться, использовать интерактивную доску, гаджеты различные. Молодым открыты у весь свет, и куды только не марать поехать могилевские школьники. И в Америку, и в Италию, и в Францию, и ведаем у допомогу. География – это предмет о странах, о культуре, о различных традициях. Мета наставников географии – научить детей ориентоваться у свете и не губляться у им. В любой сложившейся сложной ситуации найти выход. Поэтому я думаю, что география, как наука путешественников, наука познавателей этого мира, помогает им. Дети, до речи, и сами заработали уклад у новый кабинет географии. Яны организовали форум «100 дорог», где рассказывают про свою краину Беларусь и первое подорожье за ее межами. Конечно, всем интересно, потому что там не только просто какая-то статистика, там именно наши впечатления, наши эмоции, то, что мы там и рассказываем, и это очень интересно, я считаю. Такие красивые кабинеты помогают учиться? Конечно, помогают. Это все-таки атлас, это самое основное в географии, но вот эти интерактивные доски, вот эти вот форумы, это все приятное дополнение. Илона Иванова, Виталий Алексеенко, «Новини регион».